Тонущие воблеры IB MinnoJet представлены двумя моделями. Длиной 75 и 95 мм. Это весьма компактные и при этом удивительно дальнобойные приманки. Кроме того, эти воблеры сразу оснащены двумя системами для увеличения дальности забросов. IB MinnoJet имеют типичную для воблеров Minnow форму тела. При длине 75 и 95 мм воблеры соответственно весят 9 и 13 грамм. Лопаточка воблеров вытянутая и довольно большая. В нижней части лопаточки находится небольшая выемка для улучшения игры приманки. Передняя петелька воблера для увеличения амплитуды колебаний наклонена немного вниз. Задняя петелька для тройника тоже имеет наклон вниз, чтобы уменьшить вероятность захлеста крючка за леску. IB MinnoJet имеет кованые заводные кольца и мощные тройники Owner с оловянным покрытием. Раскраска воблеров красивая, с рифленой поверхностью и имитацией чешуи. IB MinnoJet имеет стационарную подгрузку в районе брюшка в виде вольфрамовых грузиков. Кроме того, воблер оснащен системой с передвижным шариком. Этот шарик, кроме того, что увеличивает дальность заброса, он еще и выполняет роль погремушки. Кроме того, хвост приманки выполнен по так называемой схеме Solid Structure, то есть он цельнопластиковый. В результате на забросе воблер летит очень далеко и строго хвостом вперед. На равномерной проводке IB MinnoJet имеет высокочастотную, среднеамплитудную, устойчивую игру. На твичинговой проводке IB MinnoJet играет выше всяких похвал. Приманка легко отзывается на любое движение спиннинга и хаотично движется, красиво извиваясь всем телом и качая боками. Воблер великолепно играет и при очень быстрой проводке в стиле агрессивного твичинга. Воблеры IB MinnoJet изначально создавались для выполнения сверхдальних забросов и различных вариантов рывковых проводок. На эти воблеры отлично ловится щука, судак, крупный жерех, трофейный окунь, лосось и форель.